которые нужно делать для того, чтобы делать потом все остальное правильно. Можно ли вы вас в общении, ну, на начальном этапе выполняем поворотом корпуса. По мере освоения можно делать без поворота. Основная задача войти правильно в точку положения партнера силы и так, чтобы здесь не возникало своего собственного тормоза. Значит, партнер делает сопротивление, сопротивление регулируется договоренностью, ну, по мере освоения. Задача сделать его гнаться. Ошибки возможны, это когда корпус пошел, когда плечом тянул. Здесь задача обойти, до конца сделать, вывести. Еще ошибка, когда и вот здесь. Все. Да? Поэтому конфигурация до вертикали. Сюда. Тогда ему не с чем бороться. И здесь. И здесь можно так, да? Можно и работу локтя вывести. Да. Ну, хорошо. Следующее упражнение – это упражнение по сохранению давления в точке. Здесь должно быть все время давление в этой точке. Стараться, чтобы оно никуда не смещалось. Партнер сначала в этом положении давит себе, потом задача перевести наоборот. Давим себе, задача перевести наоборот. Одновременно применить наоборот. Да? И локоть здесь. Если локоть в сторону, тогда локоть. Тогда партнер заберет. Так. Следующее упражнение на ту же тему – это вытаскивание. Партнер, сначала можно по длинной траектории и вот за счет плеча. Да? Здесь работают лопаткой плечо. Не работают, здесь нет, поэтому удивишься лопаткой плечо. Лопаткой еще здесь лопаткой еще лопаткой еще лопаткой еще. Дальше то же самое, только теперь как бы внутри. Минимизируем количество движений. Рукой не работает. Рукой не работает. Минимизируем количество движений. Все то же самое делаем, только оно внутри меня. Самое все дело, вот оно уже внутри. Следующее упражнение – это толкание. Толкание. Партнер давит в середину груди,
Задача пропустить давление в крови себя. Здесь вращение обеспечивающее. Важно. Тогда без конфликта взаимодействие. Тогда без конфликта взаимодействие. Научиться потом на двух ногах стоять. Теперь надо, чтобы Бакен в пол, конечно. Ничего. Задача не бояться передать вес на опору. Да? Задача не бояться передать вес на опору. Потому что основная масса, когда убирает ногу, автоматически переносит вес частично сюда, поэтому сюда не передает. Потом просто партнер держит, не бояться передать. Да? Не бояться передать. Да? Не должно быть так, и вот все. Да? Поэтому убрать просто и все. Не бояться передать. Вес равно, ты одну опору убрал. Вес одинаково, одну опору убрал. Не упадете, не страшно. Ничего не будет. Дальше упражнение из этих же разрядов. Это выигрыш центра и так, чтобы не могли колдунуть. Да? То есть партнер здесь тоже колдунуть, да? Стоп. Теперь точка и дальше ручьи так, чтобы не мог толкнуть. Да? Вот здесь. Ну вот. Такая часть упражнения. Следующее. Упражнение на внимание приложения вектора силы. Партнер делает давление, да, точка и дальше ручьи. Здесь важно, как работает запястье. То есть не вращать по центру, а вращать по поверхности. И понимать структуру партнера, внутреннего возвращения. Вытаскивай. Дотянул, здесь, вытаскивай. По сути, это получается как... Следующее упражнение замечательное, уже немножко сборник из этих предыдущих вещей. Это, ну, это известно. Практически уже как бы техника получается сама по себе. Это одна вещь. Просто выиграть центр, вытащить. И, ну, пока не спроста. Вытащить.
Задача не спешить, да, не спешить сразу. Да? Еще тут важно первое, второе, третье, четвертое. Да, то есть первое, второе, целиком фундамент отработал. Третье, и тогда уже на четвертое у меня ресурса гораздо больше. Если сразу четвертое, то ничего не будет. Поэтому первое, второе, третье, четвертое. Это такие упражнения. То же самое здесь. Управление, как взял, тоже учитывается. Тоже здесь центр выиграть. Дальше то, что перед этим делали, вытянуть, да, уже все вам будет. Здесь. Тут он. Все вам дальше поделать. Теперь добавляем горизонталь плохо по раз. Теперь можно добавить вверх вниз. Изучаем, как действует вверх вниз. Опять же, не надо делать сразу, да, вверх. Сначала первое, второе, третье и так далее. Что сначала забрать, здесь хорошо забрать, а потом
все вот эти группы, по сути, забрал здесь, забрал. Все. Дальше. Вот эти техники, все то же самое. Здесь не руками пробить сразу нельзя. Здесь тоже, поэтому здесь забрал. Здесь вывернут вес, вывернут положение. Здесь руками не борюсь. Если руками будет бороться, он будет здесь бороться со мной. Да? И входить потом тоже не руками. Я вхожу отсюда тело вывертаю. Кстати, классический элемент из этого ремонта. Да, поэтому здесь выиграть, здесь выиграть, пусти и отдать. Можно вот эти техники, да? А, куда? Также здесь вытащим. Вот так. Здесь вытащим. Все, отдал. Здесь забрал, вытащил. Дальше как бросок. Как ски сделать как бросок? То же самое. Да, извините. Очень помогал, поэтому аккуратно не буду. Здесь вытаскивается, отдается. Это вот эти все техники. Это та же техника, которая, когда руки там вперед, потому что тоже сначала забираю, потом отдаю. Сначала забрать, потом отдаю. Сначала забрать, потом отдаю. Также техники, которые, ну как двойные блоки всякие, это вход и выигрыш здесь, выигрыш здесь. Надо поясницу и так. То же самое здесь. Ну да, ситуация. Дальше. Да. Еще упражнение. Да, в принципе, не важно, сколько ну, одной рукой делают или другой рукой, да? Опять же, ну, техники по типу агилки, там, к примеру, почему старые финансовые девушки стоят как бы в такой позиции, да? Такой, а не в такой. Потому что это вот то упражнение, которое делаем, когда крутили руки. Я не работаю здесь, да? Я работаю здесь. Дальше. Отхожу, пропускаю. Дальше. Если динамики, то опа. Так раз. В принципе, в зависимости от ситуации, да, можно сюда. Это все, в принципе, можно там, если через верх, получается как огрелки. Здесь вход. Сюда. Если, ну, к примеру, то здесь, как Гидамбай. Почему старый штарик, к примеру, у вас, да?
наверное, так отморозить воздух. Да? И мне следующий вообще вот так будет. Понятно. Вот положение с тестом, если вы делаете. Это вот связь упражнений и техники. Ну и как бы эти техники, они могут вылезать сами уже там в зависимости от как бы ситуации. Да? То есть зависит от ситуации. Да? То есть как взяли, что делают. Да? Вот, 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 вот здесь. Да? Можно вообще что-нибудь такое учить. Ну, как бы, пока.